Это подвал. Я вам обещала сделать рум-тур по нему, поэтому пошли. Идем в следующую комнату. Тут у меня почему-то очень темная показывается. А именно там растут. Долгожданный рум-тур дома начинается! Всем привет, с вами Ариша, и в этом видео долгожданный рум-тур по дому. Под моим влогом, где я еду в Краснодар, вы мне написали комментарий, что хотите рум-тур. Поэтому я его и снимаю. Ну что, поехали! Я решила начать прямо с калитки, поэтому давайте зайдем во двор. Когда мы заходим, вот, тут лесенка домой, вот там вот я, на лесенке сидит Ларик, вот, пойдемте сюда. Вот тут мангал, где мы жарим шашлычки, вот стол, тут машины стоят, здесь всякие мастерская, всякая, вот, папина машина, еще одна машина, вот это запчасти. Вот, тут у нас растет ежевика, да, так, тут туалет на улице, ну, у нас два туалета, на улице и дома. Вот, это подвал, я вам обещала сделать рум-тур по нему, поэтому пошли. Спускаемся, аккуратно тут, главное не упасть. Провода. Запах, конечно. Желает надеяться на лучшее. Вот это маленькая комната. Вот. Вот. Вот такая большая комната. Эта комната, ну... Эта комната находится под кухней. Вот. И, в общем, вот. Давайте спустимся тут. Так. Вот. Вот. Так, следующая комнатка. Вот отсюда мы зашли. Вот еще одна соседняя комнатка. Давайте включим свет. Это вот как склад. Ну, вообще, весь подвал как склад. Вот, тут всякие баночки с едой. Вот, обои лежат. Тут еще, кстати, всякие книжечки, тетради, которые старые. Вот так вот, корзиночки сверху, коробочки. Вот. Выходим. Выключаем свет. И идем дальше. Вот большая комната. Идем сюда. Тут такой проходик еще один. Мы попадаем в еще одну комнату. Ну, тут она больше как раньше. Это был гараж. Вот это вот именно комната. Тут, то есть, там, в общем, стены не было. И вот так вот, типа, заезжала машина, но ее почему-то, не знаю, каким образом сделали тут стену. Поэтому получилась как комната, в которой тут всякие запчасти тоже лежат. Вот. Эта комната, поворачиваем направо, и тут идем в следующую комнату. Тут она почему-то очень темная показывается. Вот, давайте включим свет. Вот здесь вот. Ой, вот. И вот тут вот. Вот так вот. То есть, смотрите, вот тут тоже. Это коробка от телевизора. Вот, тут еще тоже. Тут в основном большие комнаты. Всего их тут 5 комнат, то есть вообще. Тоже. Всякие запчасти лежат, шины, вот. И, кстати, в каждой комнате есть вот такой вот, вот такое окно, которое тут, оно, кстати, открыто. Вот, потом покажу, как это выглядит снаружи. Выключаем, выходим. На этом рум-тур подвала закончен. Вот, теперь мы поднимаемся. Ой. Вот. Ну, и вот так вот мы оттуда пришли сюда. И теперь мы вот тут такая тропиночка есть, которая немного заросла малиной. Да, кстати, за домом у нас все вот эти вот кустики, это малина. Только в прошлом году было кустов намного больше. Вот так вот проходим, это уже за домом мы, и вот, кстати, вот эти вот все окошки, которые тут, которые мы видели в комнатах, которые мы видели в подвале. Вот такие маленькие, тут у нас растет инжир, яблочки падают, потому что тут у нас за забором много деревьев, и
А именно там растут яблоки, вишня и черешня. Вот. Поэтому тут яблочки падают. Вот еще окна, как я вам и говорила. Тут еще растения. Это наш шланг. Вот тут, то есть можно помыть руки или еще что-то, полить огород. Вот. Это из последней комнаты. Вот окно с сеточкой, которое открыто. Вот, ну и мы пришли вот к калитке. Ну что, долгожданный рум-тур дома начинается! Поднимаемся. О, меня не совсем видно, ну ладно. Открываем дверку. И переодеваем наши уличные тапочки на домашние. Ну что, это следующая дверь, давайте ее откроем. И закрываем. И тут мы попадаем в прихожую. Вот. Вот так вот. И как только заходим, тут это подоконник, из него видно, что на улице там происходит. И вот тут вот возле входа есть свет. Вот тут включаем. Там вот. Вот тут выключаем. Соседний включаем. Это вот тут вот свет включается. И вот этот свет включается, когда это вот такой вот уже в коридоре включается. Соседняя комната, это комната бабушки и дедушки. Откроем, посмотрим, там нет ничего такого интересного. Вот просто открываться, там бабушкина, там она шьет там, что такое. Вот. Я шкафчик такой, потому что. Такой вот. Ну и выходим. Поворачиваемся на 180 градусов, и это уже зал. Вот, кстати, вон с того кресла я снимала последний фрагмент моего влога, как я еду в Краснодар. Вот, тут Ларины покушать и попить. Кресло, окно большое такое. Так, сушилка интересная, вот. Еще одно кресло, окно. И вот эта игра очень прикольная. Давайте сейчас покажу, как в нее играть. Эта игра работает на электричестве, поэтому мы включаем в розетку ее. Вот такой вот шум. Вот. И нужно играть, ой, вдвоем. Ну, в общем, вот, кладем. Тут вот счет передвигать. Вот. И вот так вот играем. То есть из этой штуки идет воздух, и поэтому фишка вот так вот передвигается. Возле игры есть вот такой вот телевизор, где я, собственно. И тут такой вот стеллаж. Ну, комод. Вот еще одно окно. И тут уже вот такой вот длинненький стол. Вот. Приезжает к нам мой младший брат двоюродный. Вот. И это его, типа, уголок. Вот. Не один. Чемодан. Кровать. Вот стол, диван. Тут тоже маленький такой комодик, только тут уже больше нашего. Тут книжки, там все такое. Вот. Ну и Марик там сидит. Вот. И выходим из зала и идем дальше. Идем дальше. И вот здесь вот такая вот гладилка. И еще одна комната. Это комната моей тети. Ну, только она там сейчас занята, поэтому не будем заходить к ней. Вот, тут тоже есть еще штучка. Ой, свет. И тут тоже включается, то есть две лампочки в коридоре. Вот. И, кстати, вон там вот есть у нас сплит в коридоре. Вот. Вон там вот есть тоже сплит в зале. Вот. У нас всего три сплита и еще один в кухне. Вот. Пойдем дальше. Рядом с кухней тут туалет, ванна. Вот тут свет включится, но не надо в ванну нам свет. Закроем дверку. Вот, потому что тут есть вот окно. Вот. Так вот. Это я, кстати. Вот. Тут все то, что нам надо. Еще вот так вот открывается. Там тоже вот лежит то, что нам надо. Вот. Так вот. Ну и тут еще ванна. Вот, в принципе, обычная ванна. Там уже комната дяди. Ну, она тоже не совсем интересная, поэтому пропустим ее. Ну и кухня. Вот такая вот она. Давайте включим свет.
Вот такая вот она у нас просторная. Начнем с этого угла. Тут у нас стоят 5 стульев, стол, диван, там иконы. Вот, подоконник, тоже окно такое большое. Вот такой стульчик. Тут у нас вот так вот. Вот, холодильники. Вот еще такой стол, ну и часы. И еще один сплит, как я уже и говорила, кондиционер. Вот. Ну и вот так вот. Ну что, а на этом мой влог подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на мой телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании. Ну что, а всем пока-пока!